Наверное, скажу, прежде всего, мы эту победу сегодня заслужили, потому что были сплоченней, дружней, коллективней, наверное. Потому что бросилось в глаза такой момент, что когда нам было тяжело, мы отрабатывали друг за друга, то соперник начинал между собой немного ругаться. Этот момент я отметил. У нас такого не происходило, даже в самые тяжелые моменты мы находили в себе силы и желание, прежде всего, работать друг за друга. Наверное, это главный фактор сегодняшней победы. И за это я благодарен команду, всех игроков, без исключения, хотел сказать. И с важной, очень хорошей победой. По игре, по тактике, все ли команда выполнила, или желание здесь победить? Если по тактике говорить, то многие моменты мы разобрали, особенно игру в обороне, и сегодня продемонстрировали, в принципе, неплохую оборону. Я еще раз говорю, в чем она заключалась. Прежде всего, исключить козыри соперника, доставлять мяч на столба и страховать друг друга. Но нам голы были забиты из таких моментов. Скажу, что здесь, прежде всего, мастерства соперника хватило, чтобы нас переиграть. Но многие моменты мы исключили. Это тоже было успехом. Момент отмечу наших недочетов, например. Но мы могли почаще меняться уже в концовке, когда соперник просто, можно сказать, сделал осаду наших ворот. И нужно было пораньше менять четверки. Когда мы пропускали второй гол, некоторые игроки задержались. Здесь немножко дали промашку. В остальном же мы сегодня сыграли очень хорошо, надежно. Graças a Deus veio, fruto do trabalho, estava esperando, já vinha desde a minha estreia, não tinha conseguido ainda fazer o gol. Fico muito feliz que fiz o gol numa partida muito importante, conseguindo levar o time para uma final. E repetindo as palavras do treinador, quero também parabenizar a equipe, porque hoje a gente de verdade demonstrou que somos um grupo muito forte, muito unido, e isso foi o mais importante para a vitória. Спасибо большое за поздравления. Гол получился вдвойне вкуснее, потому что он не только первый с момента моего дебюта в российской суперлиге, но еще и оказался таким важным, столь решающим в исходе этого противостояния. На этом я, наверное, думаю, я надолго его запомню. Ну и, как сказал уже наш тренер ранее, я хочу поблагодарить всю команду и поздравить, поблагодарить всю команду, потому что сегодня у нас был не набор людей, а сегодня мы были все одним целым. Мы были как один игрок, и победил именно этот один игрок все целое. Ну, все-таки стоит взять противостояние сразу и двух матчей. Хочу сказать, что достаточно много было эпизодов, когда мы играли плохо. Да, это не только там сегодняшний матч, где были разные моменты, но слишком много было ситуаций, когда мы играли плохо. Поэтому надо прекрасно понимать, что виноват не какой-то конкретный один футболист. И если команда в противостоянии в спарринге играет плохо, виноват только один человек, это тренер. Значит, не нашел ни те слова, ни те действия. Да? И, откровенно говоря, сегодня мы вылетели по делу, можно было сыграть ничью и выйти дальше. Но мы действительно играли сегодня плохо, поэтому надо понимать, и понятно, что всю ответственность несет только один человек. Мне очень больно и, конечно, очень сложно, да, сейчас подбирать слова. Футболисты все очень высокого класса, если они свою задачу не решают, задач не так много у команды на сезон, всего два турнира, и если мы проигрываем важнейшую игру, то, конечно, вина только одного человека, это моя. Значит, что-то сделал не так. Поэтому я сегодняшний вылет, в общем, в первую очередь, виню себя. Ну, во-первых, хотел бы отметить хорошую игру вратаря соперника. Это первое, что я хотел бы сказать. Но, во-вторых, соглашусь с тренером, но сделаю небольшую ремарку. Скажу, что каждый игрок должен отвечать сам за себя. И в целом команда отвечает за свою игру. И такие глупые ошибки, которые мы допустили, мы не имеем права допускать. Что это был 7-й гол, что это был сегодня 3-й гол. Я считаю, что это дисциплина игровая, и тренер бьется в наши головы, но мы не можем почему-то услышать, не понимая почему. Будем разбираться. Я думаю, что для нас это большой урок, большая проблема для нас. Я думаю, что это послужит уроком для будущих матчах и поможет нам выиграть, исполнить основную задачу в плей-оффе.